Сейчас мы с вами разучим фигуру звено и шоссе в сторону. Но для начала давайте просто пошагаем на месте. Попереносим вес ноги на ногу. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Теперь поработаем над нашим коленом и бедром. Во время шага ваше колено должно смотреть немножко диагонально, а бедро уходит назад. При этом, обратите внимание, ваш корпус, верх корпуса, находится анфас, прямо. Ни в коем случае не разворачивайте его за бедро. Корпус остается прямо. Бедро у нас отведено максимально назад, колено смотрит диагонально, стоим на подушечке. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Дальше, на раз мы шагаем правой ногой назад, как бы за левую ногу ставим ножку. Раз. И на и у нас левая нога поднимается перед собой вверх на 90 градусов, носок дотянутый. На два шагаем на левую ногу вперед, переносим на нее вес. Два. Еще раз. И раз. И два. И раз. И два. После того, когда вы разучили фигуру звено, приступаем к шоссе в сторону. Правая нога на ней поднимается вверх. И дальше в сторону на подушку правую ногу ставим. Раз. Левая нога подставляется правой. Правая нога одновременно поднимается вверх. И садимся немножко вниз. Дальше шаг в сторону на правую ногу. Вес на всю стопу переносим. Два. Левую ногу поднимаем вверх и шагаем на нее в сторону на подушечку. Раз. Дальше подставляем правую ногу к левой и поднимаем левую ногу вверх. И шагаем на левую ногу в сторону, на всю стопу. Два. Когда мы с вами работаем шоссе в сторону, вправо-влево, у нас бедра как будто бы имитируют маятник, такой свинг. И вот мы его должны соблюдать. Поднимаем правую ногу вверх. И у нас бедро вот здесь уже немножко влево ушло. Дальше шагаем на правую ногу. Бедро у нас еще влево. Подставляем левую ногу. Немножко садимся вниз. Дальше за правой ногой уходим. И у нас этот маятник пошел. И сразу, не прерывая, подтягиваем левую ногу вверх. Дальше шагаем на подушку, бедро у нас здесь, право, да, смотрим, подставляем правую ногу, выводим левую, садимся чуть-чуть вниз, и дальше за левой ногой через низ выходим вверх. Джайв. Если у вас что-то не получилось, не расстраивайтесь, обязательно включайте музыку
и танцуйте, танцуйте, танцуйте. И тогда у вас все получится.